В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Биробиджанская епархия и другие заинтересованные ведомства призывают жителей автономии воздержаться от посещения богослужений во время праздника Пасхи. При этом они отмечают, что храмы не закрываются, все запланированные службы проходят, но в присутствии только священников. Тем более, что пасхальное богослужение будет транслироваться в прямом эфире. Посмотреть его можно будет на портале РИА Биробиджан. Такое отношение, оно позволяет, во-первых, не допустить распространения инфекции, если кто-то, даже не ведая того, уже является ее носителем, не допустить массового распространения и, конечно, защитить людей. Рекомендуют жителям ЕАО воздержаться и от посещения кладбищ на предстоящих церковных праздниках. Введенный в автономии режим самоизоляции призван предотвратить распространение инфекции. Однако, если он не будет соблюдаться, результатов принятые меры не принесут. На сегодняшний день уже зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом. 4 человека находятся под подозрением, 245 под медицинским наблюдением. Мы понимаем и видим сейчас, как распространяется инфекция. Вирулентность штамма очень высокая, контактов очень много. Что касаемо Октябрьского района, там более 150 контактных до сегодняшнего дня. Это с учетом того, что у нас часть людей уже вышла из-под медицинского наблюдения. Также под медицинское наблюдение будут помещаться приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Уполномоченные службы призывают прибывших из городов с неблагоприятной обстановкой самостоятельно сообщать о приезде. На протяжении 14 дней изолированным будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании этого срока каждому из них положен больничный лист. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.